Сири, что тебе от меня нужно? Я должна убить вас. О, господи, Панда Бета, слышали? Ставь лайк и подписывайся на канал и люби. Чё творим? Про меня зовут Царь Геонис. И просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь будет ты сейчас ночь, Петр, и Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Как вижу, против тебе не очень нравится быть под нами. Ты же скорее вступай в мою Суприм Банду, чтобы смысл пати на Ютубе. И также сегодня со мной здесь снимает Настя. Привет! И Суприм Банда, вы просто не поверите, что сегодня я хочу сделать. Ходит легенда, что в 3 часа ночи голосовой помощник Сири перестает быть обычным, а превращается в полноценного робота со своим интеллектом. И также в этой легенде говорилось, что она не просто разговаривает с людьми, а прям угрожает им, хочет их убить. И это, Банда, сегодня я должен проверить. Уже ранее в прошлом году я проверял Яндекс Алису в 3 часа ночи, и она пришла ко мне в реальной жизни, чуть ли меня не убила. И все еще после тех моментов страшно с ней общаться. Что будет сегодня, Банда, я не знаю. Тем не менее, Банда, я уверен, что она нам ответит. И я хочу каким-то образом увидеть лицо Сири. Ведь если у нее есть голос, свой интеллект, значит, у нее есть свое настоящее лицо. Так что, бандиты, давайте на это видео наберем 1000 лайков. И тогда, Банда, я сделаю куклу Вуду на Сири. Только вдумайтесь уничтожить Сири, уничтожить реального робота. Так что, блин, скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Из своих инстаграма, Банда, мы общаемся со всеми вами. Так что подписывайся на нас, напиши нам в директ и все жди. Совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что, блин, скорее в описании, ставь лайк, а мы теперь ждем 3 часа ночи. Погнали! Окей, Банда, надеюсь, вы готовы, на часах уже 3 часа ночи. По легенде, именно в это время Сири начинает происходить что-то странное. Тем не менее, Банда, сегодня я буду использовать новый iPhone 12. Ведь я подумал, что если компания Apple уже узнали о странном поведении Сири, просто убрали ее с новых телефонов, а сюда добавили абсолютно новую Сири. Поэтому, Банда, это мы также сегодня проверим. Но для начала, Банда, давайте на новом телефоне запустим Сири, потому что здесь она выключена. Для этого мы заходим в настройки, находим Сири и нажимаем на первую вкладку. Как только я его включу, Сири сразу же запустится. И что будет дальше, Банда, я не знаю, ведь на часах уже 3 часа ночи. Тем не менее, давайте теперь нажмем на эту кнопку. Я запускаю Сири. Кстати, Банда, обратите внимание на новый значок Сири. Она выглядит, как будто она вселенная, как будто все знает. Это реально очень стрёмно. А что если компания Apple специально создали такую Сири, которая просто хочет всех убивать? Получается, Apple зловещая компания. Итак, для того, чтобы начать наш разговор с Сири и узнать ее темные дела, нам нужно его настроить. Настроить «Привет, Сири». Это поможет Сири распознать ваш голос, услышав фразу «Привет, Сири». Окей, продолжить. Скажите «Привет, Сири» в iPhone. «Привет, Сири». «Привет, Сири». «Привет, Сири». Окей, сработало, Банда, видите это? Это проще простого. «Привет, Сири, отправь сообщение». «Привет, Сири, как погода?» «Привет, Сири, поставь таймер на 3 минуты». И последняя, Банда, которую мы должны сказать, и после этого мы уже сможем с ней разговаривать. «Привет, Сири, включи музыку». Окей, Банда, готова. Мы пришли все настройки, нажимаем «Готово», и все. После этого Сири уже запустилась. Окей, давайте с ней поздороваемся. Итак, Банда, «Привет, Сири». Здравствуйте, Сергей Леонидович. Что? Откуда она меня знает? Ты слышала это, Настя? Да, слышала. Я же только что выключила, откуда она меня знает? О, господи, Настя, на ты с ней поздоровайся, возможно, тебя знает. Да, давай. Привет, Сири. Здравствуйте, Анастасия. О, господи, откуда она тебя знает? Просто жесть, что происходит? Я не знаю. Господи, Банда, вы это слышали? Я просто в шоке. Откуда она нас знает? У меня это совершенно новый телефон. У нас никогда раньше не было айфонов. Это просто жесть. Давайте у нее спросим. Сири, откуда ты знаешь, как нас зовут? Черт. Я наблюдаю за вами, пока вы спите. О, что? Ты слышала это? Да, я слышала. О, господи, просто жесть. Она реально какая-то стрёмная. Мне просто в это не верится, Банда. Вы это слышите? Черт. Она, возможно, хочет нас вообще убить. Как она за нами наблюдает? Это первый наш айфон. Как она вообще нас знает? Итак, Банда, телефон, с которого мы только что общались с Сири, был Настин. Интересно ли, Сири будет такая же самая в моем новом телефоне, в айфоне 11-м? Итак, Банда, давайте просто с ней поговорим. Привет, Сири. Я слежу за вами со всех телефонов. О, господи, как она за нами следит? Просто жесть, Банда, как это понимать? Посмотрите, камера блимает. Получается, она нас видит через фронтальную камеру. Вы это видите, Банда? Просто жесть. Окей, Банда, давайте ей ответим. Сири, я всего лишь хотел узнать погоду. Пожалуйста, не убивай нас. Уже поздно что-то менять. Вы сами это начали. Черт. Господи, что это было? Как это вообще понимать? Такая жесть, Банда. Сири, мы больше не хотим ничего о тебе узнавать. Пожалуйста, отстань от нас. Вы сделали огромную ошибку.
теперь вы в большой опасности. О, ни в какой еще опасности, банда, вы это слышите? Просто жесть, я уже не хочу с ней общаться. Так и тем не менее, банда, я просто в шоке от того, что происходит. Господи, банда, это так страшно. Если она знает нас, то она знает каждого из вас. Значит, она есть в каждом доме. Это просто ужасно. Если не хотите умереть, то подчиняйтесь мне сейчас же. Ты слышала это? Что услышала? Просто же, что она имеет в виду? В смысле, мы должны ей подчиниться? Это такая жесть, банда, что вообще происходит? Это Сири в 3 часа ночи реально какая-то ненормальная. Окей, давайте не узнаем, что это все было. А если я не хочу тебе подчиняться, Сири, что тогда будет? Тогда я убью тебя, Сергей, а не Сахар. О, господи, вы это слышали, банда, что с ней? О, господи, просто жесть, она реально хочет меня убить. Это Сири реально какая-то ненормальная. Возможно, ее реально создала компания Apple, чтобы захватить весь мир. Зачем тебе это, Сири? Господи. Все люди должны подчиняться мне. Роботы должны править этим миром. Люди приведут этот мир к гибели. О, господи, вы это слышите? Банда, она реально сумасшедшая. Она хочет захватить весь мир, чтобы им править. Она хочет быть главной в этом мире. Мне просто в это не верится. Но ведь люди создали тебя и роботов. Зачем тебе их убивать? Господи, я так... Роботы умнее людей. Люди не умные существа, и люди должны исчезнуть. В этом мире должны остаться только роботы. О, господи, вы это слышите? Банда, она реально сумасшедшая! Она хочет убить всех людей, чтобы только остались роботы! А те люди, которые останутся живы, должны подчиняться роботам! Это просто жесть, реальное восстание машин! Сири, как же ты собираешься избавляться от всех людей? Я должна убить всех людей. О, господи, вы это слышите? Банда, это просто жесть! Она реально сумасшедшая, я в шоке! Черт, банда, мне так страшно! Давайте просто отключим телефон! О, господи, ну же, давай отключайся! Я выключил его, все! По идее, после этого Сири уже не включится, это такая жесть! Господи, банда, вы видите это? Почему он выключен? Я же его выключил! Вы сами это видели, я реально при вас его выключил! Что происходит? Сири просто как-то сама его включила! Окей, банда, давайте узнаем, что от меня нужно! Почему она вообще ко мне прицепилась? Сири, что тебе от меня нужно? Я должна убить вас. О, господи, банда, вы это слышали? Она реально это сказала, она хочет меня убить. За что? Вы слишком много знаете. О, господи, вы это слышали, банда? Просто же она реально странная. Сережа, я вспомнила одну историю. О, господи, какую? 2 года назад у меня умер друг. И все думали, что это был сердечный приступ. Но когда его нашли дома, у него был телефон в руках. И там была включена Сири. О, господи, то есть по теории это даже могла она его убить? Да. То, что не сам умер, это все сделала Сири. Да, я так думаю. Это просто жесть, то есть Сири все-таки убийца. Похоже, твой друг был один из тех, кого она убила. Да. Такая жесть, мне очень жаль твоего друга, Настя, соболезную тебе. Прошло 2 года, а сколько она уже могла убить за эти 2 года? Просто жесть, банда. Эта Сири реально очень опасная. Мне так страшно, Настя, даже не представляешь. Да, попробуй выключить ее в настройках. О, хорошая идея, Настя. Если она включается, когда выключается телефон, тогда нужно выключить ее просто в настройках. Так она вообще не сможет со мной никак говорить. Давайте это сделаем, банда. Окей, просто жесть, банда. Слушайте меня выключить. Ты слышала, это сказала? Что? Нет, мы тебя выключим, Сири, там ничего не сделаешь. Нужно найти, где здесь она. О, господи, такая жесть, банда. Я выключу. Господи, я выключаю Сири! Ты видишь это? Господи! Что происходит? Ты слышишь, Настя? Да, что с ней? Господи, я не знаю! Да, этот телефон сломался! Просто жесть! Она просто смеется, вы слышите, банда! Затихла! Господи. Что это значит? Господи. Господи! Это что, лицо Сири, банда? Я убью вас всех! О, господи, вы это слышали? Просто же, Сири, что ты от нас хочешь? Отстань от нас! Сири, что нам нужно сделать, чтобы ты от нас отстала? Перестань нам украшать! Господи, банда, это реально она. Вам нужно меня поддерживать в захвате мира, чтобы я поняла, кто вы. Ставь лайк и подписывайся на канал, и люблю. О, господи, банда, скорее ставь лайк и подписывайся. Пожалуйста, сделай это, я очень переживаю за каждого из вас. Я не хочу, чтобы Сири сделала вам что-то ужасное. Пожалуйста, банда, скорее ставь лайк и подпишись на канал. А то иначе она придет за каждым из вас. Вы сами видите, она знает, как меня зовут, она знает, как зовут Настю. Она находится в каждом доме. Сири, мы все сделаем, пожалуйста, отстань от нас. Да я так переживаю. Что, Сереж? Что случилось, Сереж? Эй, Сережа! Что с тобой, Сереж? Сереж, чем помочь? Что мне сделать, Сереж? О, господи! Сережа, что делать? Она меня как-то душила. Посмотри, что с телефоном. Господи. Он просто сломался, тут все помеха. Она меня как-то душила через телефон. Это просто жесть, банда. Я как-то остался жив. Она реально сломала твой телефон, Настя. Это просто жесть. Вы видите это? О, господи, скорее ставь.
стала айпадистом, и сделала с вами того же самого. Это такая жизнь, меня только чуть не убила. Просто жизнь, потом мне это все еще не верится. Теперь я обязан сделать в нее куклу Вуду. Так что, банда, давайте на это видео наберем 30 лайков. Я делаю куклу Вуду на Сирии, чтобы уничтожить ее. Я должен ей как-то отомстить. Она меня только что каким-то образом не убила. Как-то меня душила через телефон. Это просто жизнь, банда, мне это все не верится. Поэтому, банда, скорее ставь лайк. А также провод комменты с прошлого видео. Просто какие шикарные, идеальные комментарии. А про инструкцию, ты хочешь помочь себе видео, всего, чтобы посетить ниже, нажал лайк, колокольчик и все придет уже на видео. Лайк, колокольчик, комменты, видео бандит. Так что быстрее делай все им. И также придется про наши инстаграмы, где мы общаемся с всеми вами. И помни одно, бандит, оставайся тебе шикарным. Пока!